Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Наступила осень. Еду я в лес посмотреть опята. Оставайтесь со мной. Посмотрим грибочки. Если есть, пособираем. Если нет, полюбуемся нашей красотой. Едем, друзья мои. Смотрите, друзья мои, какая красота в лесу, ранняя осень. Небо голубое, ветерок, первые листочки опадают, но мы идем собирать опята. Вот, друзья мои, первые опята. Посмотрите, какие шикарные на пенечке. Тут еще маленькие. Я их оставлю. А вот эти вот уже подросли. Отличные. Берем. Посмотрите, друзья. Вот это находочка. Ну, это сразу на пол ведра потянет. Смотрите, что их. Какие они чудесные. Такой пенек. И весь в грибах. Опятах. О, что тут их? Ну, надо же. Какая красота. Вон что они. Вот это да. Ну, будем собирать. Хорошо. Отличные грибочки. В таком лесу березовом. Будем собирать мы опята. Они уже пошли. Вот, друзья мои, хожу я. И очередная находочка. Вот пенечек. На нем опята. Маленькие. Дам им подрасти. Пусть растут. Я через два приеду. А в лесу красота. Посмотрите, как у нас осенью. Вообще картина. Тут вот и грузди попадаются. Но они уже все. Видите? Я их даже и рвать не буду. Еще какие-то грибочки. Это, наверное, ложные опята. Вот цветочек даже есть. Ну, полюбуемся. Ну, пойдем. Походим еще. Место перспективное. Пособираем. Найдем. Вот еще один пенечек нашел. Прям рядом. Ну, вот эти вот уже хорошие. Можно взять. Вот эта вот мелочь растет. Пусть остается. Вообще опята собирать нужно, как сказать, урвать момент. Сейчас вот морозы ожидаются. Растут они быстро. Несколько дней морозом прибьет и все. Мы собираем. А вот, друзья мои, вот такой пенечек. И весь он в ложных опятах.
эти опята ложные. Как отличить? Их и по цвету видно, что они такие ярче. И вот самое главное, вот смотрите, вот я сорвал, у них и ножка другая, и ободочка нету, вот ложу, и ободочка нету. Сейчас я покажу своей сумочке, достану настоящий опенок и ложный, вот этот покажу, сравним их. Вот, друзья мои, справа это настоящие опята, а слева вот эти, вот это ложные. Видите, вот на настоящих вот ободочек вот. Вот они еще не очень большие, эти опята, не так видно. Но покажу потом. Вот так вот. Сейчас вот покажу с этой стороны. Вот смотрите. По цвету. Вот по цвету они какие. Значит, слева это ложные, а справа настоящие. Видите, шляпка у них совсем другая. Вот. Вот. Вот так вот. Так, вот такая, друзья мои, информация. Ложные, настоящие. Вот еще пенек с ложными опятами. Тут уже переростки. Дальше вон вижу еще. Сейчас подойдем, посмотрим. Ну их сразу можно по цвету отличить. Они яркие такие. Вот издалека я их заметил. Видите, сколько их. Вот что. Сумочку поставлю. Ага. Вот какие они. Ну тут уже тоже старенькие. Вот молоденькие. Но тут они понятно. Нет, ложные. Цвет у них такой. Видите, все дерево облеплено. Вот сколько их. Так что, друзья мои, имейте в виду, они ядовитые. Не насобирайте. А вот это, друзья мои, ягодки такие. Они тоже ядовитые. Не помню, как они называются. Если кто знает, подскажите. Ну, в общем-то, все, что ярко-красное в лесу, это не факт, что съедобное. Природа как предупреждает. Конечно, и брусника, земляника тоже красные, клубника. Ну, вот такие вот ягодки есть нельзя. Имейте это в виду. Ну, идем. Друзья мои, погуляем еще. Что-то не вижу я настоящих опят. Все ложное. Все ядовитое. Такое вот. Идем искать. Ну, друзья мои. Очередная находочка. Вот эти вот опята. Съедобные. Видите, у них и ножка потолще. Тут вот их немного. И они маленькие. Но тем не менее, для сравнения. Видите, какие они. Вот. Вот, друзья мои, еще неизвестные мне грибочки. Видела как-то у друзей. Вроде собирают такие. Но я, конечно, брать не буду.
Они вот такие вот, с какими-то пупырышками наверху. Ну, интересные. Пусть растут. Не знам, не бери. Смотрите, друзья мои, видно, не видно. Листочки падают. Ветер поднялся. Осень. Ветер поднялся, наверное, погода будет меняться. Пока у нас тут хорошо. Не полюбовались. Пошли дальше. Вот смотрите, что встретил. Какие грибочки, ну чудо природы. Это вот такие, внизу вот такие. Что это, я не знаю. Но интересно, что только нету в лесу у нас. Вот ягодка красной смородины висит. Сейчас мы ее возьмем. Ну, красота. Много чего интересного в лесу. Вот, друзья мои, такая находочка. Опята. Не на пеньке, а вот на поваленном дереве старом. Смотрите, сколько их. Вообще. Вот это находочка радует. Вот это настоящая пята. Вот видите, вот приближаю. Вот ободочек. Вот те были маленькие. Не так видно было. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Их по цвету различить. Очень просто. Ну, спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео. Думаю, вам было интересно. Полюбуемся нашей красотой еще. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Всем удачи. Берегите себя и своих близких.